Проявилась у меня в 19 лет. Я хочу сказать, что у нас две ветки по отцовской, по материнской линии, цыганские, да, и в 19 лет мне приснился сон. Стоит такая красивая женщина, цыганка такая вот, и она мне дает вот карты и говорит, а теперь ты будешь гадать. Прошли годы, много лет прошло. Из 33 лет я начала это все практиковать. Оно у меня начало как само идти. Вот. Оказывается, потом, ну, со временем, да, я у мамы спрашиваю, она говорит, это твоего, говорит, моего настоящего отца, родного, мать, она занималась этим, и она тебе это все передала. Ну, я это все потом усовершенствовала, она училась, у меня был еще хороший мастер, которого я слушала, прислушивалась, она мне показывала все. Вот мама у нас была целителем, она не была с этим взаимодействована, ну, она как-то, ну, ей было это непонятно. А я уже этим занимаюсь 10 лет. Это генетически, это по роду, это ты не раздавишь. А гены намного сильнее, чем как бы человек идет обучаться. Ты это все знаешь, ты это все видишь, у тебя идет сумасшедший поток информации, ты людей видишь насквозь.